У меня канал Нахокорани. Эпизод номер 87 для Ютуба. Всех приветствую. Мы продолжаем проходить визуальную новеллу, когда плачут чайки. Так, надо вспомнить. Секундочку. Все, вспомнил. А что звук-то стал громче? Я же не менял настройки. Это нормально? Странно, ну ладно, пофиг. Витрина была заполнена пластиковыми капсулами со смешно выглядящими вещами. Похоже, что в каждой капсуле хранилось какое-нибудь милое украшение. Суть игры заключалась в том, чтобы захватить капсулы... А, господи! Я понял одну единственную вещь, когда смотрел аниме. Чтобы быть популярным у женщин, нужно обязательно уметь играть в игру хваталку. Если ты не умеешь, у тебя нет шансов. Никогда и никаких. Ваша популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Суть игры заключалась в том, чтобы захватить капсулу экрана, но я была маленькой девочкой, для меня это было слишком тяжело. Привет, Файрис. Я пробовала несколько раз, но даже не приблизилась к капсулам. Мама сказала, что все, что внутри, вероятно, дешево, и в любом случае мы даже не знаем, что там. Так что нет никакого смысла расстраиваться. Но то, являлись ли они дешевыми или нет, суть была не в этом. Для меня очень важным и священным был процесс захватывания счастья своими руками. Ну, в этом вся и суть этих штук, да. Очевидно, ты тратишь... Ну, больше, чтобы захватить это, опять, если ты там не гиперпрофессионал. Поэтому я хотела заполучить дешевую вещь из капсулы больше, чем что-либо. Индекс Арк, ты не сможешь сейчас ничего разгадать, а просто у тебя нет информации. Так что можешь даже не в этом смысле, ну, не то, что не пытаться. Просто получи нужную информацию и дальше думай. То есть у тебя ее просто нету. Считаю, у тебя вообще нет информации, я без шуток. Это как на первом эпизоде Чаек разгадать, кто убийца. Скорее всего, что-то в этом духе. Нет, тут Фэрис, там есть разные подходы, опять-таки, в зависимости от места. Где-то нужно не забирать то, что тебе нужно, а подталкивать потихонечку. Ну, просто этим надо заниматься. Ну, на первом эпизоде реально разгадать, кто убийца. Может быть, я не знаю. Опять-таки, я говорю со своей колокольни. То есть, за первые 10 часов игры ты явно не разгадаешь, потому что ты еще даже, дай боже, до острова добираешься. Ну, короче, суть вы уловили. Типа, нет информации. О, прикольно. Тем временем, закончив игру по стрельбе с солдат из ружей, вернулся Батлер, и нечаянно попытался выловить мне приз. Сколько ему тут лет? А, это же он, в принципе, примерно в таком же возрасте, да. Это же когда они относительно. Но она выглядит не на 6 лет, конечно. На 5, наверное, скорее. Это на день рождения. Не, или нет? На день рождения. Мне Анджи тут кое-кого напоминает. Из этой франшизы или нет? Что из этой франшизы есть один персонаж притянуть можно? Из этой. А, то есть не, то есть я еще не знаю. Окей, хорошо. Знаю ее. Но из тех, кого я знаю, мне единственное, кого напоминает, это Берт Констель немного и все. Ну так не очень сильно. С руками, превосходящие мои по размеру, братику хватило счастья, которого я не смогла достигнуть. У братика была хорошая развитая координация движений. Похоже, он часто играл в автоматы со своими друзьями. Нет, ну это понятно, это она и есть, потому что... Типа, она, мы сейчас от ее лица ее прошлое узнаем.
Уже после одной или двух попыток он схватил краном капсулы по другую сторону стекла, которой я не могла даже коснуться, и уронил ее в желоб выхода. Когда братик бросил мне ту капсулу, помню, как он выглядел очень-очень надежно. Несколько дней я чувствовал, что вскрыть капсулу будет излишним. Потом однажды я наконец-то открыл ее. Тем, что оказалось внутри, были эти украшения для волос с розовой жемчужиной. С того дня они стали символом братика. Так как я была маленькой, я думала, что сбор семьи из 4 человек, включая Батлера и Нищана, является непременным условием счастливой семьи. Поэтому я хотел, чтобы братик и папа быстрее примирились. В моем случае я превратила эти украшения для волос в талисман, призванный свести всю мою семью вместе. Так что я всегда носила его. Я хотела ощущать моего надежного, веселого и прекрасного братика рядом с собой все время. И позволить ему жить в нашем доме. Ну еще бы. 6 лет и меньше. マリアお姉ちゃんがライオンのぬいぐるみから作ったらを生み出したようには簡単にできない。私は死者の魂を蘇らせる大魔法をいつか必ず身につける。そして、それを成功させられる唯一の鍵が。いい、テロンスナ。これなの。ニクロマンサー。なるほど。その頭飾りにものすごい魔力を感じてたけど、そういうわけなのね。 То есть магия в любом, что хранит много эмоций, воспоминаний и так далее, да? Марюку? Уничан, но корени Марюку га ядоттеру но? Энджи сама га ядорасетеиру. То юбеки камо не. Да, она наделяет. Энджи сама но ани о юбидаштай тою цуёй омой га Марюку о атайтеиру. А что у хамстера был за кринж? Ваши усилия не то, зачем вы можете наблюдать самостоятельно, в каком-то смысле. Хоть эти слова исходили из уст сомнительной личности, являющейся девушкой-демоном, заведующей одним из 7 смертных грехов, они сделали меня счастливой. Хангон на махоне итарно то, джимио маттоу сурно то, дотчига хаяй то дотева, ваташи нива хошоу декинай кередомо. Это очень весело слышать. Демо, идому яма но такаса га така келеба такай ходо, мажо тоште но чикара мо хирей штейку. Энджи сама ва кужикеру кото га накатта нара, китто ицка... Да? Ну, звучит, конечно, серьезно, но все равно как бы ведьма. Чего она там, я уже забыл сейчас, как она официально это звучит. Бесконечности, да, так и звучит. То есть, как бы, она как бы и так может воскрешать и убивать. В первую очередь, за счет воскрешения. В чем отличие, интересно? Эй, индекс Аркила, поясняйте мне, в чем отличие ведьмы воскрешения и ведьмы бесконечности. Потом поймешь, да? Окей, это поясню.
Какой же индекс арк слабый, всегда поражаюсь. Не-не, Кила, не надо. Будет, значит, все увидим. А, ну чтобы не упустить, если что. Ну, когда будет время, придет это время, тогда уж, если уж я пропущу, вряд ли. Я думал, что если и у меня тоже появится волшебный друг, я бы хотел такого же милого ребенка, как Сактара. Но даже одной этой пятой сестры и сомнительной их семи сестер, заведующих семи смертными грехами, было достаточно, чтобы умиротворить мое сердце. Марио Нечи, наверное, уже давно знала это. Вот почему она рекомендовала мне «Мир ведьм» снова и снова. Тогда, как я продолжал прямо отвергать его... В смысле, а что, в пятых и восьмых эпизодах не будет магии нормально, что ли? Мне следовало раньше податься на ее уговоры и начать тренировки. Год для ребенка стоит 10 лет взрослого. Так звучал этот тезис. А, будет, ну слава богу. Сейчас я нахожу прошлую себя, которая только делала, что жаловалась позорищем из-за потери драгоценного времени. После того, как я выключила свет и скользнула в постель, мама она продолжала долгую беседу со мной, паря рядом с моей подушкой. Я обещаю, когда-нибудь я непременно разовью магическую силу, которая поможет мне призвать семерых сестер, и позволю им жить полной жизнью и весело проводить время. Семеро из них составляют единое целое. Никто не может быть вычеркнут. Семья должна быть вместе. Я должна собрать их вместе. Собирать их всех вместе! Эш родился. Мое сознание медленно начало возвращаться. Выходит, я оказалась не в состоянии стоять и смотреть на отношения тети Розы и Марии Онеча. И убежала от игры Беата и братика. Мне следовало вернуться, кстати, я не помню такого. Может, что-то не помню, может быть, дело было. Я должна вернуться и поддержать братика, как можно скорее забрать его из этого странного мира ведьминой игры. Потому что пока я здесь, мне не разрешено называть себя Энджи, даже не разрешено, даже так, да? То есть она не порофло. Тут я почувствовал чье-то присутствие. О, да ладно. Обернувшись, я увидела маму Ону. Грейтель-сама. Прошлом, реально... Блин, как же сложно. Типа, я понимаю примерно, но разложить это все... Не, можно, конечно. Киник. そして、お兄ちゃんのために、ベアトリーチ様に打ち勝つ。ええ、いつまでもこんな世界で遊ばれてちゃ困るもん。そろそろお家へ帰る時間なのよ。
смысле, индекс арк? Кило скинул хамстеру не тот вариант, который должен был скидывать? То есть ошибочную версию, а не настоящую? Докара, ватаси на юби никитава. Сензэй, гамбатте кудасай. Ватаси, има на арджива, Беатричи сама десу наде. Оуэн ва декимасен га. Все-таки, окей, хорошо. Читтэру ва. Это так пока что работает. 1986年10月5日までは, аната ва Беатричи на кагу ё. Но воспоминания у нее о будущем как бы уже есть все равно. Которое как бы будущее в прошлой версии, то есть прошлая доска, но все равно. Правильно, просто хамстер остался недоволен тем ответом, что получил. А если правильно, то в чем проблема? И в чем проблема, я реально не понимаю. Даже если ему не понравилось, если это верно. Отбрось. Ну да, кстати... Мы же видим, что она пока с ним не общалась больше, пока вот не вызвала опять. Что? Что с тобой? Мауна застонала, словно прикусила язык и, пошатывая, схватилась за грудь. Судя по всему, те правила распространяются... Она хотела сказать Энджи самое или что-то в этом духе. Судя по всему, те правила распространяются на другие личности помимо меня. それ結構辛いわよ。失礼しました。グレーテル様。ありがとう。嬉しいわ。お兄ちゃんに出会えて。 あなたの最初の問いへの答えよ。じゃあ戻りましょう。私があまりぐずると、あなたが今の主人に怒られるわ。はい。ご理解いただけて助かります。それではこっち。ママ？Что? Верно, мама хотела, что ж, тогда прошу сюда. Но она остановилась, как если бы кто-то нажал на стоп-кадр. Лол. С виду она словно внезапно застыла. Потом я заметила. Она была не единственной, кто застыла. Даже воздух и частички пыли застыли в пустом пространстве. Мир, в котором казалось даже время заморожено. Да. Это похоже на преднамерение появления Берн Констелли, если ты так же подумал. Но атмосфера чем-то отличалась. Может быть, Лямбда тогда? Или еще кто-нибудь вывалится? Тогда я поняла, это была не Берн Констелли, а совсем другая ведьма. Лямбда, да. Она, кстати, еще не появлялась, да, по-моему? В четвертом эпизоде. И, кстати, это... Она же, по-моему, вообще не появлялась в боевых сценах. Ну, в смысле, во время партии. Она, по-моему, появлялась только в чаепитии и вопросиках. Да, кстати. Когда это первое появление на... Ну, не на доске, в смысле, а во время игры. Лямбда Терто. Аната нива рюри но текиёва най но не. Лол, что? Она еще и правила нарушила, и она ей похер? She's without. Берн Констелли, ведьма, поддерживающая меня, но сия девочка другая. Эта ведьма поддерживает Беатрича. Другими словами, она на противоположной стороне. Но между ней и Беатричей существует какая-то разница. Даже по сравнению с Берн Констелли, в существовании Лямбда Дельты есть что-то странное. Как бы правильнее выразиться, она словно фигура большей величины. Но ведь Берн все-таки смогла с ней справиться, так или иначе. Не, я понимаю, что Лямбда жесткая, но... В любом случае, я еще не уверен насчет того, как себя с ней вести. Не знаю, в чем я уверен, так это в том, что она является моим врагом. Нет, точно знаю, что этого достаточно, но...
それで私に何かご用？まあね、あなたたちの会話に耳を傾けてたらちょっと面白い話になったんで、ね、то есть она сидит, смотрит чуть ли не еще на более высоком уровне, так что ли получается? あなたにちょっといい話を聞かせてあげようと思って。あなたは私の敵のはず。そのあなたが私に得する話を聞かせる理由が思いつかないわ。Я дебил, я только понял. Как поживаешь, Энджи? Все, теперь я понял. Цмари, 耳を傾けた時点で負けということだわ。じゃあね、See you next time. Слилась. 誤解しないで。私の相手はベルンであって、あなたじゃないわ。つまり私とあなたが共に得をする話はあり得るということよ。悪いけど、私には聞く気がないわ。Блин, она же, конечно, вообще бесстрашная. Но хоть я и заявила такое, вероятно, я не смогу выбраться из этого застывшего времени, пока Лямбда Дельта не будет довольна. Это само по себе может быть доказательством, что она на более высоком уровне по сравнению со мной, да. Мне не представлялось возможности вежливо послать ее подальше. Мне осталось только лишь собраться с духом, не дать всему, что она скажет, вывести меня из равновесия и укрепить свою ментальную защиту. Вероятно, она попытается уверить меня в чем-нибудь мне невыгодном. И попробует угрожать мне. ベルンカステルが嘘。あなたはベルンにベアトを倒せば兄が帰ってくるような、そんな言い方をされたんじゃないの？ああ、я понял。さあ、あなたに話す気はないけど。Мой старший брат вернется домой. Мне не пообещали ничего столь сказочного. Только один человек, и то, если мне улыбнется удача. Данное обещание не содержало особых надежд. Но для меня этого было достаточно. После обещанной вечной изоляции, имеющийся маленький, но все же не нулевой шанс на успех был подобен яркому маяку. Ару ими Берун но соно яксоку а усо дева най ва. Берун га соу яксоку шта но нара китто. Аната га Беато о таосеба. バトラの両親も解放されて、あなたのところへ帰ってくる。何の問題もないじゃない。本気で？あの子は案外残酷よね。分かってて騙すなんて。что? 私がどう騙されてるというの？ так мне надо переслушать。本気で？あの子は案外残酷よね。так это понятно。分かってて騙すなんて。Понимаешь, что-то обманывать. То есть она обладает каким-то знанием, если она... Окей, ладно. Черт. Я позволил ей перехватить инициативу. Но я не могу освободиться, пока не выслушаю ее историю. Выбора у меня так и так нет. Пусть я не понимал... Я понимал, что попадаю в ловушку, я попросил ее продолжать.1986年10月4日よ。その通り。ならば、あなたがベアトに打ち勝ったなら、台風が去った10月6日に島に囚われていた人々は帰還する。1986年の10月6日にね。ああ、типа другая вселенная, да? だから何？あなたの1986年の10月6日はどうだった？親戚の家にいたんじゃなかったかしら？ Я была в доме единственного сумадера, которому доверяла мама у дедушки. Нам позвонили. Когда я играла со строительными кубиками в комнате с татами, нам позвонили. Понаблюдав за мной, убедившись, что я вспомнила, Лямбда Дельта неприятно рассмеялась и заговорила. Не. О, господи!
あなたの1986年10月6日に。Я понял, понял. Несмотря на то, что я не понимал, о чем она говорила, я ощутил неприятный пот, покрывающий все мое лицо. Ага, я не понимаю. Я не понимаю, понимает она уже все. Но что намекает эта ведьма? そしてお家へ帰るでしょうね 1986年のお家に だってそうでしょ マトラは 1986年の10月4日から5日に閉じ込められてるんだろう 解放されたら その翌日に帰るのは当然でしょ そしてあなたは 1998年の人間 マトラが帰ってこなかった 1998年の一緒にはエンジ意味わかる何言ってるのあんたは10月6日に家族が家に帰ってくるなら не вырубай дурочку, ты все понимаешь. Ну то она, кстати, более обычно выглядит. Это, конечно, более пугающее. そして私たちは出会う。めでたしめでたし。ええ、後宮エンジェは家族に再会できるでしょうね。1986年に6歳の後宮エンジェにね。私って誰？後宮エンジェよ、18歳。え、違うわ。後宮エンジェじゃない。そういう名前の。 Даже так работает. Я действительно окончательно запуталась. А? А? Кто? Я? А? Привет, Хоэн Кёма. Разве? Она умирала, снова умирала. Ну, типа, все равно... Ну, не знаю, прям похожий. По-моему, не совсем. Все равно в той вселенной же заканчивалось плохо, но когда она спаслась... И всех спасла, все закончилось типа, и для нее, и со всеми персонажами, которые ей были нужны, они все с ней остались. Не совсем. Просто не поясняла ситуацию, точнее, да. Неужели все было так? Так, вспоминаю, что Бернт Констель сказала мне? Нужна твоя помощь, твоя семья нуждается в ней. Бернт Констель начала разговор с этого. Тогда я ответила. Если я спасу их, означает ли это, что моя семья вернется? И как Бернт Констель ответила мне? Ну, я не могу обещать этого. Этот ребенок пообещал мне в обмен на принятие участия в этом бою. Да, вот что она сказала. В обмен я поищу фрагмент идеального мира, о котором ты мечтаешь. Мира, в котором твоя семья наконец вернется домой. Да, верно. Она не сказала ничего больше того, что она поищет. Она не сказала, что найдет его. Но я была готова к этому с самого начала. Но даже так, этот ребенок пообещал, пока я не сдамся, существует крохотный шанс того, что это случится. В конце она сказала вот что. Я дам тебе шанс отомстить. В обмен, если ты согласишься, я обещаю поискать самое счастливое разрешение твоей беды. それだけで価値がある。仮に復讐を成し遂げても、トローになるかもしれないと事前に脅されてるの。
Такара. その部分に嘘はないわね。ベアトのゲーム版は完璧よ。あんたが立ち回ったところでベアトが敗北する可能性なんて生涯に一度のみ夢見ることを許されるかどうかくらいほんのわずか、つまり限りなくゼロとみなせるほどに絶対に、その勝率はほとんどゼロだから、ベルンがそういうお茶を濁した言い方になるのは仕方がない。でもあなたに夢を持たせた点についてだけは騙してると言い切れるわ。だって天文学的な確率を乗り越えてあんたが勝利できたとしても、家族が帰ってくるのはあんたのところじゃない。この1986年に存在する6歳の正しい後ろ宮エンジェルところへの、あんたのところにじゃない。メルンはそれでも100億のかけらをめぐり、あんたに一番マシな世界を探すでしょうね。そしてその彼女が言ったんじゃないの、手土産に持参するつもりだが見つけられなかったと。ああ、だ、было。言ったわ。Она сказала。そろそろ気づいてきた？あんた、この戦いにご褒美が用意されてないのよ。いえ、それどころかベアトを打ち破ればゲーム版は消え去る、そしてその駒であるあんたも消え去る。あんたに享受できるゴールは完全に、いいえ、私の名において宣言するわ。ちょ、この絶対の魔女ラムダデルタの名において絶対にないと宣言する。オッケー。そんな、それがペルンの嘘よ。煙に巻いたと言うべき。はあ、あんたに救いがあるかのように誤解させた。私はそれを解きに来たのよ。Электричество。私はどうか勝利を収めようとも。Да, наследство только голос. Кстати, а когда аниме... А, нет, стоп. А визуальная новелла оригинальная, она озвучена? Нет, наверное, да? Был бы бюджет у него на озвучку такую хорошую, он бы и иллюстраторов нанял. Окей. Не, ну тогда, наверное, индекс пораньше вышел. Он же... Я все равно не уверен. Может быть, чайки вышли раньше. Я имею в виду переделанные с озвучкой. Отошли на тукуру не. Казаку а каэтте конай но? Каэтте конай. Зеттай ни. Абсолютно, да? То есть в ее устах это звучит немножко по-другому. Ну, зеттай. Это как бы ближе скорее, типа, обязательно, да? То есть... Ну, здесь просто так, как она, видимо, абсолютно, да, как бы, переводит, чтобы прочувствовать было лучше. Нет, а когда индекс вышел-то я знаю, а я про визуальную новеллу «Чаек», переиздание. Господи, ну и рожица. Да? Да, это жестко. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Черт, я абсолютно подавлена. Я знала, что мне не следует слушать, и сейчас я абсолютно подавлена, ведьма Лямбда Дельта. Абсолютно. О, все, закончилось, да?
Предать? Предательство? Только, а как он, оно может повлиять на это как-то? Зетайрюйки, ну это абсолютная территория, да. Можно так перевестись. Ну, обязательно, опять-таки, территория. Необходимая территория, которая должна быть. Самая важная часть. Жалко, Энджи. Я наконец потерял контроль над собой и взорвалась изнутри. Я больше ничего не понимаю. Я верила, что была Энджи, но в какой-то момент я перестала быть Энджи. Блин, это супер плохо. Правильно, я Энджи, не Энджи. Кто я? Я не дочь своих родителей, не младшая сестра своего брата. Я просто фигурка в ведьме на игре. Есть! О, да. Все как и должно. Лол! Я тут Найс включил, а тут только двое. Безусловной силой воли. Бесконечная ничья. Ха. Так, а здесь что-нибудь поменялось? Понятно. А, я понял. Бесконечная ничья, да? Бесконечная ничья. Ну здорово, здорово. Я не могу выдержать этого, но я понимаю. Другими словами, до тех пор, пока братик связан с этой игрой, она будет продолжаться вечно. Поддержание связи означает, что игра будет продолжаться вечно. А это значит, что я смогу остаться с братиком как фигура. Но если братик победит или проиграет, и занавес игры опустится... И не быть съеденным. В прошлом 7 сестер Чистилища говорили схожие слова, да, кстати. Быть используемым — вот счастье для мебели, а не храниться. Правильно, сейчас я ведьмина мебель, блядь. Ну нахер, серьезно. この Зачем она эти стали? Так сильно ее мотивировала в предыдущем эпизоде чаепитие или что там было, помощи на чаепитие. Она прям ее жестко так застращала, что там, блин, все испугалась. Краски, наверное, потому что она почувствовала, что батлер выиграть может такими темпами, может из-за этого. Да, да, не своей, потому что она скорее Берт Костелевская мебель. Не, ну типа, Энджи сама себя теперь может начала воспринимать себя плохо так вот.
Как уже было один раз, да, я помню. Да ладно, серьезно? Ты на себя посмотри, блин, Ропфлер нашелся. Ай. Кстати, я осуждаю. Малком Райзен плачет розги. Ой. Я представляю, как бы ее розгами били бы. И что бы потом случилось бы с тем, кто попытался бы это сделать. Блин, как же она говорит жестко, когда надо. Хорошо озвучивает. ベルンはそれに気づいて、そしてそれを破るために最も強力な駒としてあんたを見つけ送り込んできた。このゲームを終わらせるためにね。このゲームを終わらせる。終われば困る役目は？はっきり断言する。あんたは存在が矛盾してるのよ。 Моя цель — победить Беату и выпустить из плена свою семью. И все же, даже если я преуспею, я не буду вознаграждена. Продолжать игру в ничью вечно. То есть для этого нужно, чтобы Беатриче побеждала, но Батлер не сдавался. То есть как бы и вот. Потому что Беатрич уже трижды, да, типа, побеждала. И просто Батлер ни разу не сдался, поэтому игры продолжаются. Но если Батлер выигрывает хотя бы один раз, как бы на этом все. Автоматически. То есть, как бы, с одной стороны, преимущество в Беатриче куда больше, но в конечном итоге достаточно одного промаха, и все, и Беатриче проигрывает. Цикадах Рики достаточно выжить один раз. А там, кстати, какое было вообще условие победы Лямбда Дельты, в принципе? Из принципа. Потому что, кстати, этого в аниме же не было рассказано. Там вообще ведьмы все, они как бы не было ничего с ними. Hello, тут есть кто-нибудь? По цикадам.
смотрите, в цикадах Лямбда Дельта сражалась против, ну, Бернкастель будущей, да, то бишь Рикки. И она убивала, то есть и уничтожала Хинаминзаву раз за разом, да? И как бы это продолжалось много раз. Тысячи там, да, раз, я не знаю. Рикка же один раз пережила, выжила, победила, и на этом все. Типа, это условие ее победы. Выжить. Она этого добилась. Стала даже ведьмой чудо. А как Лямбда Дельта могла выиграть? А, тоже сдача. То есть Рикка должна была сдаться, да? Она же пару раз, я помню, практически сдавалась. Ей там Ханю, по-моему, прям так сильно засейвила в парочке моментов. Она там реально в тильте была. А еще, по-моему, был момент, когда она сказала, что это последний раз. Если я проиграю здесь, то сдамся как-то. Что-то такое было. Не у Рикки, только у Ханю. Рикка же там вообще обычный челик. Понятно, то есть там немножко все-таки отличались условия. Хорошо, спасибо вам за пояснение. Блин, то есть получается, Лямбда Дельта была в довольно-таки выигрышных условиях. Ей было куда проще, чем Беатриче победить Батлера. И она все равно проиграла, хотя является более могущественным существом. Капец, она облажала. Я понимаю, почему она так злится. С одной стороны злится, с другой стороны любит. Странное она существо. И все равно, вот она здесь запирает Бернкастеля, а ей-то что с этого? А, нет, она же хочет, чтобы Бернкастель все-таки сдалась ей. Точно, я вспомнил, она же об этом сказала. У меня закружилась голова. Это замешательство обернулось горячей жидкостью и ощутил, как она льется из моих глаз. Она была такой горячей, что чувствовалось, как горит мое лицо. О, господи! Я уже давно на экране не был, я отвык. あの子はあんたを騙してたのよ。自分の駒になればあんたが救われるかのようにごまかしてね。 でも私はそこをごまかさない。だから言うわ、エンジェ。 Моей уже, да, даже так. В принципе, у нее же нету, да, пока никаких фигур, она вообще никак не действовала. Чуть-чуть Батлеру там вначале помогла, потом надавила на Беатричи и все. Окончательно. А вот тут нельзя ее поймать в будущем, если все-таки все закончится. Есть ли тут какое-то понятие типа влияние имени, там использование имени, там наложение проклятия на имя и так далее в таких ситуациях? Ну, я пытаюсь, я это из других игр само собой беру. То есть, как бы, я встречал такие системы, когда имя очень много значит, и если ты слишком много вкладываешь в имя, то потом это можно использовать, если оно вдруг, можно сказать, ставка проваливается. Но Кило пишет кого? Видимо, он вообще не понимает, о чем, и, видимо, мои размышления бессмысленные.
Ну вот поэтому я говорю, штраф должен, может быть, довольно-таки большим, если она оплошает в абсолюте опять-таки. А, ну да, индекс арк скиллы же очень слабые, я постоянно об этом забываю. Даже в концептуальных силах не шарят. Мое горло издавало частые сглатывающие звуки. А, не надо слышать ее. Если бы я ее не слушал, то осталась бы невинной младшей сестрой, молящейся за победу брата. Но сейчас я могу оказаться другой. Меня могли опустить до уровня ведьминой мебели, способная лишь выступать на стороне братика. То есть даже не просят помогать Беатриче в таком случае, окей. Но это очень тонко и хорошо, но молодец. Я про Лямду. Да хорош своей страшной рожицы менять. Я, конечно, понимаю, что они прикольные, но... Еще, давай, еще. Ой. Вот так сейчас играй. Так, это сейчас мы где вообще? Так, Левиафан, это что, мы вернулись в 98-е, видимо, да? Не отстань, а пас. А, это на магии тренировалась? Окей, я понял. Окей, хорошо. Где они его стащили, хотела бы я знать. И теперь они с шумом и гамом дрались из-за какого-то пончика. そう言ってるサタンが一番うるさいのよ。沈黙なさい。この愚昧が。ルシファーお姉様の方がうるさいです。文句が終わり。Самая старшая и третья по старшинству сестры вовсю спорили друг с другом. Даже при присущей им раздражающей быстроте перемещения было немного смешно наблюдать, когда они пытались сдерживаться. Они были наделены удивительной схожестью друг с другом. Нигияка ни штей рото но оусе дешта га, коре де ва сасуга ни. Скоши волюму о саге сасемасу ка? Кини шинай де савайде де курете. То есть она их призвала всех, они даже активно довольно-таки все делают. Неплохо, прокачалась. Кирой варай мой ори, якубай кокочи ой моно. Энджи сама, хаяку цуги но пейджи. Энджи сама ва ёбу но га осой. Мамон ва докшо га суки нано? Джими на кото га ичибан нигате соу ни миэру но ни не. Ну я говорю, когда тут неважно, когда она, я помню, вызвала ж тогда, все равно она могла поддерживать только одну маму. Но вот мы только что начинали с этого, где она в раздевалке там или где-то там общалась с ней.
Нет, нет, я все, я понимаю, где мы сейчас находимся. Я же вижу, в какой она одежде сейчас. Все в порядке. Мамон га цукасадору ну ва гоёку. Чишики ёку ни мо соре ва цузимасу. А, понял. Тадаши, доксен штагару ноде, кон о атаэру то хито ни ёмасемай то, докшё го ни яйте шимау кото мо ару ноде го чунь. Взять все книги, ты изжечь. Ваташи ва даре мо ширанай кото о, ваташи даке га шиттеиру но га суки. Даре мо декинай кото о, ваташи даке га декиру но га суки. Дакара, бенкё ва суки. Блин, я ждал вечно, что по первым эпизодам, что вообще сестрам будет уделено внимание, а сейчас оно и довольно-таки сильное. Это меня, конечно, поразило. И вообще, как персонажи некоторых раскрывают в большей или меньшей степени. Когда она говорила, ее глаза сверкали. Она посмотрела на раскрытую страницу и прочитала ее еще раз. Можно было понять, что грех сделал ее жаждущей прочитать ту страницу, ее жажда была в разы больше моей. Как можно было заметить, моя магическая сила возросла по сравнению с той, которая владела в первый день их призыва, да. Сейчас мне было под силу призвать всех семерых сестер Чистилища и спокойно читать книгу. То место, хоть я и не помню, где оно находилось, было тихим и спокойным, а рядом стояла скамья. Тогда я была совсем мала, поэтому не помню. Но мне запомнилось, что те деньки... которые я там проводила, были очень беззаботные. Тогда с мамой, папой и даже братиком мы проводили редкий счастливый денек, пока были вместе. Это прочно вписалось в мою память. Похоже, сновавшие туда-сюда совсем не замечали меня. Они попросту игнорировали меня и шли мимо, будто все было в порядке. Даже откровенное одеяние семи сестер не смущало их, ведь они их не видели. Если подумать, то я уже привыкла к нему. О, прикольно. А есть файтинг по чайкам? Серьезно, лол? И при условии, что меня саму не заставляют его носить. Я сидел на стильной скамье, запоминая хронологию мировой истории. Блин, кстати, если так подумать, ну... Типа... Оно... Типа... Не сказать, что прям супер, ведь у них же со спины вроде там это, типа полуплаща какого-то есть, или что-то там в духе. Так что, в принципе, не то чтобы прям супер ужасно. В академической системе, основанной на коллективной ответственности, отсутствует терпимость к лентяям. Казалось, что для школы я была чересчур среднего класса. Согласно разговору тех заумных девиц, у всего класса бы резко повысился средний балл, лучше я свой собственный. Они любезно показали мне график, сделанный цветными ручками на листе Ватмана B4. Я думаю, решение рассказать им все было бы неправильным. Но слово не воробей, я уже выложила им все, что думала. А, да, я уже забыла об этом из-за моей постоянной меланхолии. Семь сестер иногда возмущались, иногда сострадали, а иногда и плакали вместе со мной. Я действительно был рада тому, что могу разделить с ними ношу моих переживаний, как с друзьями. Согласно им, поначалу они были мебелью, созданной для проведения кровавого ритуала Беатрище. А судя по записке из бутылки, которая мне совсем не нравится, некоторые из них даже нападали на мою семью. Во, да. Но я считаю, что бессмысленно подвергать их сомнению. Они мебель, поэтому вынужден повиноваться господину. Нет, все-таки приняла это. Хорошо. Даже если они действительно нападали на мою семью, я не могу ненавидеть их. Потому что я ненавижу золотую ведьму Беатриче. Или главную подозреваемую тетю Еву. Энджи-сама, хаяк, цугино пейджи. Гомен. Скареда ва. Скоси кюкей сасете. Она все-таки устала, йо, да? Энджи-сама, кюкей датте! Асобо, асобо! Энджи-сама, асобо! Заметив, что я перестала считать, самые активные младшие сестры сбежались вокруг меня. И это еще не все.
Ова, ну да, конечно. Возникла даже марионечная Сактара. Похоже, все это время они находились рядом, но спрятались, чтобы не мешать мне. То есть, мы, на их призыв ей не требуется тратить силы. Я так понимаю. Типа тут Мария сама все делает. Энджи, у бенкио до? У бенкио до? Девушки. Забавно, что эта сцена идет после довольно-таки жуткой с Лямбда Дельта. Ох уж эта комбинация. Я так понимаю, в Фейте примерно то же самое. Сначала у нас кровавое месиво, а потом веселая сценка на кухне. Что-то в этом духе, да? サクタロも、みんなに会えて喜んでるよ。どう、エンジェ。お勉強の調子は。ありがとう。まあ、そこそこには。ご丁寧にも、他のクラスで先にやった小テストのプリントが回してもらえたの。麗しい連帯感に涙が出るわ。とりあえず、年表を頭に入れるだけでも、まあ、多少はマシかしら。 無理よ! エンジェお勉強偉い! いっぱい点数取れるよ! 無理よ! お疲れ様。マリア、お勉強は全然ダメだったから ちゃんと勉強すれば点数が取れるエンジェが羨ましいよ ご冗談を。英語、ラテン語、オカルトの知識 еврита какого-нибудь! そんなのを丸暗記できてるお姉ちゃんの方がよっぽどすごいわ Привет, Миохина. Давно не было. В школе 1年生の時、国語のテストで鉄砲のイラストの脇に四角が4マスあって、そこに名前を書きなさいって問題があった。ライフルって書いたら罰だった。 銃 нужно было написать, да? どうして? 小学校1年生の時、国語のテストで鉄砲のイラストの脇に四角が4マスあって、そこに名前を書きなさいって問題があった。ライフルって書いたら罰だった。это совсем не пистолет. Странный перевод, ну ладно. Да не пистолет, а это! Катакана, шоугаку 1年生では習わないから、ダメだと言われた. А, точно! А райфуру, это же... Йоу! Блин, она жесткая как черт! Охереть! Мария,よくわからないから... その日以来... テストでは全てひらがなで書くようにしたよ。でもなぜかママには怒られる。先生にも怒られる。お姉ちゃんは多分生まれる国を間違えたわ。
Нара Мария, мажа на куни не махогакко не хайри такатта. Хогвартс. Привет, мудак. Соуштара, мотто мотто стеки на махоно томодачи га иппай такамо не. Окей. Блин, она реально хороша. В некоторых аспектах она была сверхразвитой. Вот это я называю говно образование, когда душат в ребенке то, что у него очень хорошо. Максимальное дерьмо. Да, ей вообще, в принципе, в цивилизации западной, где подход обучения вот, современный англосаксонский, вот реально было бы намного лучше. То есть, куда для нее больше подходящее. То, что у японцев она более такая, это, зажатая, структурированная и обязаловка. Но, вроде, сейчас я ничего не переживаю. Дате, махова и пай цкаэрши, махона утомодачимо таксаэль. Мария нива, сактарога илеба, джубан дамоно. Мне надо заканчивать запись. В скором времени нам уже. Сакускемо, сакускемо, доубуцуно унгак таймо, азарашино шимодакумо, усакино санаэсамо. Фига себе. Фигокумо, укаримо и пай. Всех назвала. Невероятно. Число друзей сестрички продолжает увеличиваться. Каждый раз, когда я спрашиваю число имен ее друзей, увеличивается. Но нет сомнения, Сакутара ее лучший друг. Я немножко завидую тем, у кого есть лучшие друзья. Да. Нанашимайва. Накаёку яретеру?本当に賑やかな姉妹たちよ。たまに物騒なことを言い出すけど悪くないわ。本当はサクタロみたいな可愛い子が良かったんだけど、今は彼女たちと一緒でも十分いいかなって思ってる。もっと私の元素の魔法を学んだなら、きっとエンジェの好みの友達を生み出せるようにもなるよ。 今のエンジェに想像はまだちょっと難しいね。想像と召喚は違う。そして、半言もまた違う。だ。お、やっぱり一番の願いは家族を蘇らせること。うん、よりしろは持ってるよ。これ。そうだね。その髪飾りなら。 いつかきっとバトラーを呼び出す鍵になるよ。должно как-то зароялить。あとはエンジェの修行次第だね。それがいつまでかかるのかわからないのが泣けるけれども。オーディオ、辛くてもしっかり。エンジェが諦めなければ絶対に絶対にいつか叶うよ。ボルシェット、всё рухнуло。Всё капец。 絶対に叶うという保証を誰かがくれたなら、きっと心も休まるでしょうにね。Хотя, если она сама станет ведьмой, воскрешение и воскресит сама без помощи Бернкастель, без помощи доски, блин, она же попала на нее уже, и та, которая на доске, уже не может ничего с этим поделать. То есть ей надо было тогда отказывать Бернкастель и продолжать развивать свою магию. Хотя... Вот сейчас она то, что в 98-м году сейчас, где она находится, она... По сути, после своего прыжка с небоскреба, во время которого она как бы отправилась в Бернкастель на доску, это интересно, произошло опять раздвоение миров какое-нибудь, или что в этом моменте произошло?
Эй, что произошло во время спрыжка Энджи с небоскреба? Напишите мне. Ну, если само собой без спойлеров там. Ну, на сетку это фигня, типа, это все хера. Типа, вот она, типа, и действует, ну, караемся. С Беркастель она отправилась на высшие измерения это. Ладно, и так-то запись сильно затягивается уже, аж на 10 минут. Даже больше, поэтому я думаю, все, раз мы тут паузу сделали чисто физически, то я сделаю ее и серийную. Хоть мы посередине диалога, ничего не поделать. Ладно, конец записи.